Нет, только как дух у нее хватило. Я, говорит, сестра, давайте я вам за нее все расскажу. Это смешно, смешно. Вы, девочки, извините, что я не переживаю. Но только все очень потешно получилось, а? Да. Действительно смешно получилось. Я не сдала, а Надька пошла раз и всех поразила. Ну, могла ли я подумать? Если бы мне раньше об этом сказали, я бы, наверное, тоже хохотала. Я бы с ума сошла. Значит, нехорошо, я чувствую что-то непонятное. Нехорошо. Знаешь, это просто удивительно. Все-таки удивительно, значит, во мне что-то есть. Кто мог подумать? Просто смешно. Да, Надюха, теперь ты, значит, в артистки пойдешь. Только, знаешь, надо профиль выбрать. А ты что делать-то будешь, а? Петь или плясать? Я бы на твоем месте пошел в балет. С твоей фигурой очень интересно танцевать танец маленьких лебедей, а? Надеюсь, техникум не бросишь, а? А почему? Можно совместить физический и умственный труд. Конечно, брось. Молчи, дарование. Ты свое уже сказала. Да нужно быть последним кретином, чтобы после такого чуда, которое произошло, отказаться. Молчи. Слушай, а может мне тоже попробовать счастье на подмостках, а? Романсы буду петь. Наш уголок я убрала цветами. К вам от... Надюха, ты что? Надя. Надюша. Ты что, Надя? Надюха. Ты же спал. Надюха, неужели ты можешь думать об этом серьезно? Ну, почему бы и нет? Уймись. Уймись. Надюшенька, милая, ну, милая, Ну, бог с тобой, ну что, кончишь техникум, иди куда хочешь. Хоть в грузинский ансамбль. Еще 2 года. У тебя будет специальность, у тебя будет материальная база, у тебя будет все. Все, это еще не все. Спорить научилась, научись басни читать. Надюша, только не подумай, что я тебе враг, что я против. Нет, совсем не так. Вы сами сказали, что вам не нужна слава. А почему тебе не пойти в самодеятельность, в народный театр? Ах, ну, не думаешь о себе, о сестре подумай. Будете 2 на 1 стипендию жить. Что ж, ей уже не поступать в институт, да? А искать себе работу? Или, может быть, на меня рассчитываете? Пожалуйста, пожалуйста, вы для меня все. Но я уже старый человек, скоро пойду на пенсию. Не знаю, может быть, я не прав. Дядя Митя, к сожалению, вы правы.